Подписку на АТР, которая дает доступ к полному архиву телеканала, можно купить или получить в подарок. Если у вас нет возможности оплатить абонемент на базовую подписку, можно оставить заявку в разделе «Мне нужна подписка». Не тех, кто нуждается в подписке, но не может сам ее оплатить. В разделе «Хочу подарить подписку» у вас есть возможность купить подписку в подарок тому, кто в этом нуждается. Мы вынуждены были сделать подписку на сайте и доступ к архиву платным. Почему? Потому что мы сталкиваемся с ситуациями, которые сталкиваемся. Украинское государство сейчас в высоком положении, в сложном положении. Нас поддерживает украинское государство. Действительно, мы есть в бюджете. Но этот бюджет приходит к нам поздно, то есть приходит к нам обычно к концу года или, ну, как минимум там, во второй половине года. Понимая, что очень многие люди не смогут эту себе подписку позволить в Крыму, но мы оставили это окно, вот такое вот подвешенное окно, как подвешенное кофе, которое, подвешенную подписку. Те люди, которые могут себе позволить не одну, а 5-10 подписок купить, они могут эти подвески подвесить. И эти подписки могут взять те люди, которые не могут ее себе позволить. То есть мы возможность дали людям, помочь людям, которые в Крыму, смотреть АТР. И помочь вообще по всему миру людям смотреть АТР, если они не могут себе этого позволить. Без вашей подписки мы не выживем. Без поддержки нашего народа собственного продукта, который мы производим, мы тоже не выживем.